Алло. Слушай, я тут работаю над документальным фильмом о маме. Хотел спросить, можно взять у тебя интервью? Не уверен, что могу об этом говорить. Почему? В этой истории много вопросов, на которые никто не может ответить. Твоя мама была безумно обаятельной, в ней было столько жизни. В 2010-м Барбару Гамбург нашли мертвой во дворе ее дома. Здесь я нашла свою сестру. Зачем кому-то было ее убивать? Кто-то должен об этом знать. Когда твою маму убили, полиция забрала ее компьютер. И оказалось, она имела отношение к финансовой пирамиде. Это была сложная махинация. Твоя мама была замешана, стояла во главе. Дело вышло из-под контроля. Что-то пошло не так, и она испугалась. Я тебе вот что скажу. Ты все равно ничего не можешь сделать. Мы же не детективы. Раз, два, проверка. Не видно. Кто-то мог сорваться. Мне не важно, кто это был. Да кто угодно из тех, с кем ты говорил. Привет. Можно с тобой поговорить о маме? Самое удивительное – это история людей о боли, о потерях. Пока, папочка. И разрушении. У твоей мамы были тайны и довольно опасные. Какого черта? Наша семья разделилась. Кто мог на такое пойти? Я знаю только одно – это был не я. Может, ты уже говорил с убийцей? Ты как-то причастен к ее смерти? Эй, мам! И пробудил в нем совесть.